Сколько сейчас не только в городах, но и далеко за их пределами. Автоинспекторы края предупреждают водителей, выезжать на трассы без зимней резины может быть сейчас смертельно опасно. Практически на всех направлениях появился гололед. Дороги обрабатывают специальными средствами, но из-за постоянных осадков наледь быстро возвращается. Дорожные полицейские Красноярска даже провели рейд, чтобы проверить, все ли водители переобули свои машины. Напомнить о том, что они выезжают на сложную трассу со сложными участками на территории Красноярского края до Абакана. У нас более 100 километров трассы находится в горных перевалах. Далее в Ермаковском районе заповедник Ергаки. Это еще более 150 километров, где достаточно сложный рельеф и где необходимо быть особенно внимательными.